早上好，朋友们，We're back in China, Shenzhen, and hello world, this is Comrade Atom. Миру мир, товарищи, с вами Шэньчжэнь, корпорация Шэньчжэнь, Китай и товарищ Атомный. So we are back in my laser tag thing. Возвращаемся к лазер тагу. So this is one person version 4, this is actually what we was working for. Вот 1.4 это то, над чем мы работали последний, ну как бы, код. So, and I want to go a little bit back, because now I'm not following the logic of this. Я хочу на самом деле немного отступить назад, потому что не совсем понимаю логику того, как это работает, и я запутался. So, yeah, I don't know how to do that, so let's go a little bit back. Поэтому перейдем немного на шаг назад. Okay, copy this, копируем. And let's think here. Давайте посмотрим здесь. So what we doing here? Что мы здесь делаем? Move x1 to ACC. Мы получаем из x1, храним данные в ACC. Take your ACC 001. Если у нас ACC 001, we move 00 to that. We can actually do this in WAC accumulator. Мы можем это на самом деле в одном аккумуляторе делать. So it would be this. Вот так вот это будет. And we are sending ACC. Мы отправляем ACC. Will that work the same way? Будет ли работать точно так же? No, нет. And if we back to that, а если мы вернем снова dot, would it work? Будет ли работать? Yeah, now it's working. Да, теперь работает. But why we cannot use the ACC? А почему мы не можем использовать аккумулятор ACC? Only ACC. Почему нельзя только ACC использовать? So we received, мы получили значение nothing changed, ничего не изменилось. Okay, back ACC. Тут тоже ACC. Nothing, ничего не изменилось. Nothing, снова ничего не изменилось. Okay, we received 01. Мы получили в ACC десятку. Now we received 10. Мы получили десятку. Okay, if we receive 10. Если мы получили десятку. Now we are saving 100 in ACC. Теперь мы сотню в ACC сохраняем. And ACC to X1. И ACC в X1. So that's active. Это у нас будет активно. Continue. Продолжаем дальше. Move x1. Мы x1 получили. That's zero. Это по нулям. Okay, if we receive zero. А если мы получаем нолик? Then what we doing? Что мы делаем тогда? Said I want to make that shorter. Жалко, хотел сделать короче, но у меня не получилось. With only one variable, только с одной переменной. But actually, can I make it shorter? Ну, можно ли сделать ее короче? Like, if I put here minus. Если здесь минус. Move 100. Do that. Вот так вот. То есть я возьму здесь и перекрою вот таким образом. Okay, so check if this works. Смотрим, работает ли это. No, it doesn't work. Нет, не работает. And why? А почему?
Окей, that's impossible. Так невозможно сделать. That's sad. Грустно. I wanted to make a less line of code. Хотел поменьше кода сделать, but that's not possible. Но это невозможно. So here, тут у нас move x3 to data. x3 мы в дату сохраняем. Окей, take your dat 100. Если у нас дат равняется сотню, that means a trigger. Это мы нажали trigger. Move x3 to dat. Снова x3 в dat. What's this doing? А что это делает? I don't see any point of this. Я вообще не вижу никакого смысла в этом. Can I delete this? Можно ли это удалить? And will it work? Будет ли работать? Yeah, it's working. Да, работает. So, take your dat 10. Если у нас dat десятки равняется. That's reload. Это означает перезарядка. Move x0 to ACC. x0 в ACC мы записываем. Take your dat 100. Если у нас dat равно сотне. That's trigger. Это наша trigger. Take your ACC 0. И, если у нас ACC больше нуля, sub 1. Вычитаем 1. Move 001 to x3. Мы передаем команду 01 в x3. So that's fire. Это огонь. And sleep. И спим. The problem is we need to fire only when we are alive. Проблема в том, что мы должны стрелять только когда мы живы. And for this I don't have the variable where to store this data. Ну и для этого у меня нету переменной, где бы хранить это значение. So I have a variable for ammo. У меня есть переменная для патронов. And a variable for states и переменная для состояний. But I have no variable for saving the alive or dead condition. Но у меня нету состояния, то есть живой или мертвый. Вот такого вот состояния нету. We can do like I don't know how to save that state. Я даже не знаю, как сохранить это состояние. Because without saving the state, I can do nothing. Потому что без сохранения этого состояния я ничего не могу сделать. And here и здесь. Check your CC. Если у нас ACC равно 001. No, that cannot be shorter. Вот этот код невозможно, короче, сохранить. If I've used one accumulate one variable, если бы я смог здесь применить одну переменную, so with one variable I can use the lesser chip. С одной переменной я могу использовать более дешевый чип. Because there's definitely enough code lines. Потому что будет достаточно линий кода. But can we use without accumulator? А можно ли использовать вот этот код вообще без аккумулятора? So let's copy this. Давайте вот это скопируем. Okay. Well, let's copy it here. Все вот это здесь скопировано. If I will just do this. Если я буду сразу сравнивать вот это x1. Okay, that's can be commented. Вот это можно закомментировать. And here also. И вот тут тоже. So let's simulate, симулируем. Does it work? Работает? Yes, it works. Да, работает. Okay, so we can delete this. Вот эту линию кода можно удалить. And now we can use only ACC. А теперь можно, собственно, использовать только ACC. Because we are not saving that. Потому что мы не сохраняем больше нигде эти данные. So check, проверяем. Okay, so I can use the lesser chip. Да, можно теперь эти чип подешевле использовать.
good. Хорошо. This one deletes. Вот это удаляем. And put this one here. И вот этот вот тут вот разместим. Окей, okay, so x0. Поправляем на x0 разъем. Is that works properly? Работает ли правильно? Yes, it is. Да, работает правильно. Окей, okay, so that's cheaper version. Отлично, теперь у нас все дешевле. Now how to resolve this? Теперь как бы с вот этим справиться? And less amount of code here. И здесь бы было бы интересно кода поменьше использовать. Okay, so this is a little bit upgraded. Немного улучшили. I know, don't know how to synchronize. Не имею понятия, как синхронизировать. So let's point this version 5. Версия 1.5. Let's go to our puzzle. Перейдем к нашей задаче. Okay, new ideas. Prototyping new ideas. Делаем новые идеи. So, let's start a new design. Давайте начнем новый дизайн. We can do here anything want. Можно здесь сделать все, что хочу. At first I wanted to create a game, but I can't. My level of knowledge of the assembler in this game is not that good. Для начала хотел сделать игру, но мое знание ассемблера для недостаточно для этого. So maybe I will try to do something else. Возможно, что-то другое сделать. So I don't know what this. That switches. Это похоже переключатели. And I don't know how them work. Я не знаю, как они работают. Okay, I want this. Я хочу вот это. Okay, maybe the... So, I'm thinking maybe it is possible to make traffic lights. Да, возможно сделать светофор. So, for that I need... this thing. Вот это нужна штука будет для этого. Like that. Вот так. Вот now we need the microchip. Теперь нужен микрочип. The cheapest. Самый дешевый. So... Okay, we need to send... Нужно отправлять MOV. 100, сотню. To x1, в x1. Then sleep 1. Потом спим 1. MOV 10 to x1. Sleep 1. Потом спим 1. И... Move 001 to x1 sleep 1. Спим одно. Окей, simulate, симулируем. Окей, advance. Давайте шаг за шагом. Red, yellow, green. Окей, okay, yeah. Good, хорошо. There is like a counting panel. Здесь уже у нас был счетчик. So reset. So that's a counter. Это же у нас счетчик, yeah? So we need it in order to count. Здесь нам нужно считать. Okay, so... Add one. Добавляем единицу. Then move ACC to X0. ACC в X0. So simulate. Симулируем. Okay, that's good. Это хорошо. Can we switch this code some something else? Можем ли мы как-то этот код изменить? Because I want to traffic lights show the time. Потому что я хочу, чтобы наш светофор показывал время.
Okay, let's put that a little bit higher. Немного все выше поднимем. Okay, like that. Вот так вот. Okay, that's good. Так, все хорошо. Okay, that's a good traffic light. Все, хороший у нас светофор будет. Now what I want to set. Green and blue conditions need to have a 60 seconds countdown. У нас желтый и зеленый. So red, green. 60 секунд, and yellow 5 seconds. То есть у нас будет 60 секунд для зеленого и желтого, а для зеленого и красного 60 секунд. Окей, not 20 seconds, 20 секунд установим. That was 3 seconds. Тут у нас 3 секунды. So maybe I need use a better microchip. Возможно, нужен лучший микрочип. And a better code. И немного лучше код сделать, мол. How to set. А как у нас будет меняться состояние? How we will switch those conditions? Как состояние будем менять? Okay. Thank you. У нас будет... No, TCP. TCP. Если у нас ACC вот этому равенство, if it is lesser, если у нас меньше. We are move. Мы двигаем to ACC в ACC. 100, сотню. If less, если нет. We're moving ACC 001. Мы в ACC заносим 001 to ACC. 100 to ACC. Сотню в ACC. But if it is equal, it doing nothing. Но если у нас ровно, то ничего не делает. And if so, 100, сотня, это у нас что? Let's 100 is red. Сотня, это у нас крайне. Thank you. ACC, если у нас ACC равен сотне, we are moving 110 to. Мы заносим вот это. Okay, sleep one. Спим. So let's connect like that. Ну давайте вот так вот соединим все. So that's just sleep. Это просто спит. Okay, actually that's harder than I thought. Вообще-то это получается сложнее, чем я думал. Okay, this, вот это просто x0, в x0. That's
X3. Давайте в X3 будем записывать. Дать X3. Все, это все в X3. Okay, that works the same. Все работает точно так же. Okay, we need to check. Нужно проверять. DGT, если that greater than zero. Если у нас that больше чем ноль, what we're doing? We are subtracting. Мы вычитаем. Else, иначе. That move 22. Двадцатку в dot. Okay, ACC. ACC у нас будет ACC. Sub 1 вычитаем 1. Move 22 ACC. В ACC мы записываем. Двадцать. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Девять линий кода. So simulate. Симулируем. And now we need to write down. А теперь нам нужно записывать. Тут move. ACC to X0, ACC в X0. Okay, so the counter is counting back. Все, счетчик у нас считает 20 секунд. Okay, that's good. How now to switch the colors? Как теперь цвет? So 20 seconds for each color. Чтобы 20 секунд для каждого цвета у нас срабатывал счетчик. Okay. Move one to that. Единицу в dot мы заносим. Now can we add? А можно ли добавлять? Now we can only add with ACC. Только в ACC мы можем добавлять. We cannot add to that. Мы с датой не можем. We cannot do mathematical operations with that. С дата мы не можем делать математические операции. I don't know how to make that switch. Я не знаю, как сделать переключение. So the problem is with the switching colors for 20 seconds. Нам нужно, чтобы 20 секунд каждый цвет работал. Okay, that's counter. Это у нас счетчик. We can even write down. Можно даже записать. Counter. Это у нас счетчик, so now colors. Теперь будут цвета. Colors. No, нет, вот это все. Окей. Так, у нас должно быть... равенство
Окей, Tekyo. Если у нас Tekyo ACC 0, если у нас ACC 0, we need to switch state. Нам нужно состояние менять. How to switch that? Как нам менять состояние? Как же менять состояние? Actually, move 60. Вообще-то мы будем 60 заносить. В этом случае Tekyo ACC equals 0. Если у нас ACC равен 0, we are moving. Мы отправляем. Hundred to X3. Мы будем сотку отправлять. Tekyo ACC equals... Okay, so that's 60. Если у нас 60 драйвер. Talking greater. Если у нас больше... More than 40. Больше, чем 40. TGT. ACC. 20. Если больше 20-ки. So we are sending this. Мы отправляем вот это. And TGT ACC 0. Ну, если больше нуля, we are sending this. Мы отправляем вот это. And sleep 1. И спим 1. And counter would be at the bottom. Ну, и счетчик я добавлю вниз тогда. And, тут у нас конец. And here we go. Ну и вот так вот, сон один. So that should work. Теперь должно работать. It always shows green. Всегда зеленый показывает. I don't know why. Не совсем понятно, почему так происходит. If ACC is greater than 40. Потому что этот у нас работает только если у нас ACC больше чем 40. No, нет. Окей, okay. Do advance. Давайте продвигаемся. So that should work. Значит, у нас должно быть... Окей, okay, sending this. Отправляем сотню. Maybe reverse. Возможно, нужно у нас наоборот сделать. If we do this, если мы сделаем вот это TLT ACC 20, если ACC меньше 20, если мы симулируем. Okay, we have yellow and green. У нас горят теперь зеленый и желтый. Okay, and TGT, TLT, ACC, 40,
Вот так вот. Окей. Agility 40, если меньше 40. But TGT, но больше than 20. Но больше, чем 20. Would this work? Будет ли это работать? Окей. Окей. So good, отлично. Said we are not showing the amount of time till the one color is on. Switching the state of colors, but that's already good. Уже хорошо, что у нас вот так вот работает. Okay, so let's go back. Назад возвращаемся. Rename, переименуем. That's traffic light. Version. It's actually version 2. Да, это у нас версия 2. Этот самый светофор. Okay, so I completed this objective. Завершил эту. Made a game. Сделали игру. No, that's not a game. That's something good. Это что-то хорошее. Fine work. Well, I suppose it's my turn now. Отличная работа. Теперь моя очередь. What should I take, make a game about? О чем мне сделать теперь? My game is traffic light. У меня в качестве игры светофор. Electrical engineering. Электрические инженерии. That would be a terrible game. Это была бы ужасная игра. Okay, so we've completed this. Get ahead. Ага, это у нас все то же самое. Okay, so I've just completed this. Просто завершил это. And nothing gave more. Ничего больше мне не дали. That's sad. Грустненько вообще-то. I hope there would be some new missions. Надеялся, что будут какие-то лучшие миссии. My traffic light. Мой светофорчик. At least it's working. Ну, по крайней мере, работает. Okay, so I need to correct infrared sensor. Мне нужно поправить инфракрасный сенсор and laser tag. И laser tag. Yeah, what's the problem? Что у нас здесь за проблема? Oh, yeah, something at the final. Да, что-то в конце. I recall that. Я это помню. Okay, let's copy. Скопируем. And we'll try to fix those problems next time. Постараемся исправить эти проблемы в следующий раз. Live long and prosper. Живем и процветаем. Dai Ding, Pen Yo Meng.